Если вы вдруг увидели кого-то из этих диких кошечек, и помимо того, что хотите не только побыстрее свалить, но и узнать, кто на вас начинает охоту, то вот вам несколько подсказок. Если дело происходит ночью, то это либо леопард, либо ягуар, так как гепард ночью не охотится. Если животное сидит на дереве, то это либо леопард, либо ягуар, так как гепарды по деревьям не лазят. Ну и если вы успели прыгнуть в тачку, и что есть мочи газанули, а через 3 секунды вас догоняет киса, то это либо леопард, либо ягуар. А вот и нет, это стопудняк гепард, так как он является самым быстрым животным в мире и может развивать скорость до 115 км в час за 3 секунды. Вообще гепард и внешне отличается от своих пятнистых собратьев. Он меньше по размерам, его тело стройное и подкачанное, без жирка. У него единственного вертикальные черные полосы от уголков глаз вниз, вдоль щек, по бокам носа. И четкие черные пятна на теле в форме крупных точек, разбросанных в хаотичном порядке и не образующих правильного узора.